Приветствую вас на канале. Давно не выходило видео по Винку. Думаю, все об этом знают. Те, кто пользуется услугами Винк. Появилась новая опция в меню. То есть, если нажать кнопку меню на пульту Винк, либо Ростелеком, то здесь мы с вами увидим видеоблоги. И аудиокниги. Аудиокниги, они уже появились давно, а вот видеоблоги появились недавно. Давайте с вами посмотрим, что это есть такое. Значит, выбираем меню. Еще раз. Видеоблоги. Нажимаем кнопку ОК. И смотрим. То, что сейчас смотрят, лучше для детей. Кулинарные видеоблоги, то есть, и так далее. То есть, в общем, здесь видео, по сути, с Ютуба. И давайте, например, выберем что-нибудь с вами. Видеоблог. Про авто. Да, это очень интересно. Но есть немножко одно но. Видеоблог, чтобы его посмотреть, нужно будет просмотреть рекламу. Рекламу от Ростелекома. Давайте посмотрим. Вот я, например, хочу посмотреть. Включаем. И для того, чтобы мне сейчас посмотреть этот видеоблог, мне нужно будет посмотреть рекламу. И смотрите, компания здесь вам сразу информирует, то, что реклама позволяет нам показывать эту серию бесплатно. То есть, сами выбирайте, либо вы можете это посмотреть в Ютубе, это потому что короткие видео с YouTube, или можете посмотреть на телевизоре, но вам нужно будет пожертвовать своим временем и посмотреть рекламу. Реклама примерно где-то длится по 10 секунд и длится по 3 части. То есть примерно где-то 25-30-40 секунд займет около минуты рекламы. И как видите, здесь компания рекламирует свои продукты. Сейчас я звук включу. Выбирать пакет от ТВ-каналов, интерактивного ТВ и фильмов в онлайн-кинотеатре Винк и платить только за то, чем вы действительно пользуетесь. Видите, то есть компания рекламирует именно свои услуги. История Ладовеста началась в далеком 2015 и проделала путь от простого седана до целого семейства автомобилей. Совсем да, это блог с Ютуба. Поэтому выбирать вам. Можно смотреть как в Ютубе, еще раз повторюсь, также можно новинки посмотреть на большом экране. Тот, кто пользуется интернетом, это никому не интересно. У того, у кого нет интернета, но есть телевидение, и вы хотите видеоблоги какие-то посмотреть, то, пожалуйста, добро пожаловать. Еще раз нажимаете меню, выбираете видеоблоги, открываете, по категории выбираете и просматриваете. Спасибо всем за просмотр. Вот такое небольшое короткое видео. Всем пока-пока, до встречи!